Вот, дорогие друзья, эта процедура называется кедровая почка. Сейчас я в ней нахожусь и получаю моральное и эстетическое удовольствие. Это, ребята, круче, чем баня. Реально, тут пропотеваешь просто. Просто жесть. Хорошо жарит ноги, отдает паром. Находишься в кедровой бочке. Получаешь море удовольствия. Рекомендую данную процедуру, когда вы будете отдыхать в санаториях. Много где есть. Но это реально круто. Даже не надо идти в баню, в сауну. Отлично. А вот, друзья, я нахожусь в соляной пещере. Санатория. И называется эта процедура галотерапия. Такая вот пещера. Не знаю, как будет видно. Все в соли. И запах соляного раствора йодированного. Очень полезная процедура. В том году мне очень понравилась и довольно хорошо помогла при болях в горле, точнее при хроническом фарингите.